Сейчас мы пройдем мимо настоящего ниндзя. Сейчас я вам покажу. Это выглядит довольно смешно. Это маска. Зачем уж они их носят, я не знаю. Вот парк. Он идет вдоль всей реки. Довольно большая протяженность. Здесь люди опять же вечером отдыхают. Мне очень нравится их отношение к спорту, потому что абсолютно все здесь занимаются спортом, даже старички. Они приходят вот сюда и подтягиваются, отжимаются, прыгают, скачут. В общем, все. Вот, например, вот так вот. Сейчас он вам покажет кунг-фу. Вот, смотрите, что он творит. Я думаю, что я так не смогу.